Ну, вот о Канате Иличе можно говорить очень долго. С одной стороны, мы с ним очень давно знакомы, я считаю наши отношения дружескими. Мы с Канатом Иличем вместе работали в Казахтелекоме, внедряли сложнейшие системы. Конечно, это опытнейший человек, опытный производственник, сильнейший финансист. Значит, в те времена, когда мы формировали финансовую модель компании, Канат Ильич подошел к этой работе научно, подошел творчески. Вот сегодня Казахтелеком является лидером отрасли, и огромную лепту внес Канат Ильич. Я хотел бы сказать, что Канат Ильич очень сильный человек и как историк, и как финансист. И вот последняя работа на поприще именно Аспандал, она, значит, открыла новые грани Каната Ильича. Сегодня он как преподаватель очень сильный. Вот несколько групп мы формировали и направляли на обучение. И, конечно, все с благодарностью принимают вот ту школу, школу Аспандау, где Канат Ильич возглавляет вот это направление. Особенно ценные лекции самого Каната Ильича, потому что вот я с коллегами разговаривал, кто непосредственно проходил обучение. Лекции самого Каната Ильича, они, значит, с удовольствием посещались. И здесь, конечно, и знания, кругозор Каната Ильича, подходы, умение подать материал, умение держать аудиторию в таком хорошем смысле этого слова напряжение, это Канат Ильич. Поэтому я всегда своим друзьям, своим коллегам рекомендую Аспандал, рекомендую лично Каната Ильича, потому что Канат Ильич все-таки является, на мой взгляд, одним из сильнейших финансистов и нашей страны, и нашего направления. Поэтому вот отзывы у меня исключительно положительные.